вообще. Каждый строит своим трудом и с юности. Снова вернемся к Екатерине II, которая предупреждала нас о необходимости страшиться празднования и как источник всякого возбуждения, и призывала к побуждению юноши за охоту и трудолюбие. Большое трудолюбие и напористость проявляется не только за станками, на стройках, в обработке сельскохозяйственных земель, но и в творчестве, и в спорте. Мы все, конечно, еще не остыли от того эмоционального взрыва, безудержной радости и гордости за наш край. Услышав о победе футбольной команды «Шери» в игре с командой российских железных дорог «Локомотив». Пошумим, пошумим. Приветствовался встречали их с огромными коварниками героя. Мы гордимся нашей командой и желаем ей дальнейших побед и удач. А наша маленькая футбольная переменка, которую подарит нам перегрестнический ансамбль «Альянс», пусть вдохновит их на новые победы. Встречаем! Я так смогу, там не знаю.
еще одним радостным событием в истории нашей Родины. Встреча с участниками 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоялся в октябре этого года в городе Сочи. На фестиваль приехали более 25 тысяч представителей молодежи. Стало 85 стран мира. 5 тысяч молодых волонтеров. Целую неделю молодежь разных стран и разных наречий встречалась, общалась, дискутировала, соревновалась, пела и танцевала. Для всех участников фестиваля это время останется памятью навсегда, как у первопроходцев. Один из участников фестиваля, Джен Трамп, австралиец индийского происхождения, так назывался в России. Когда ты узнаешь русского человека, он открывается и превращается в самого теплого человека на Земле. А пусть Лида Амелькинская на вопрос, какой ты представляла себе Россию до фестиваля, ответила. Откровенно говоря, до поездки эта страна представлялась мне очень закрытой, где люди неохотно идут на контакт. Но мое представление поменялось на диаметрально противоположное. Я раньше никогда не встречала таких открытых, отзывчивых и доброжелательных людей. Продолжая разговор, она отметила, моя задача – постараться максимально раскрыть потенциал молодых людей, чтобы создать мирное и стабильное будущее для всех народов нашей планеты. Среди молодежных делегаций фестиваля были и наши приднестровцы. Ее состав были и наши родные петербуржане. Давайте встретим их бурными аплодисментами. Дорогие друзья, гости и молодежь нашего прекрасного города. Мы представители Приднестровской делегации на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в городе Сочи. Мы были частью единого целого, и мы рады сегодня быть здесь вместе с вами. Фестиваль прошел под лозунгом «За мир, дружбу и солидарность». Уважая наше прошлое, мы строим наше будущее. Побывав на фестивале, мы приобрели очень много опыта. Посещая лекции, семинары, тренинги, весь этот опыт мы направим на развитие нашей республики. Пусть ваша молодость бьет энергичным ключом через край. Пусть неиссякаемый источник ваших знаний откроет вам все пути интересной и занимательной жизни. Мы, молодежь! Мы настоящее и будущее нашего цветущего края. Так пусть молодежь имеет успех во всем. Того не доказать каждый живой ученый, несмотря ни на что, смелее смотрит вперед. Стремитесь, развивайтесь, не отступайте от своих целей. Будьте достойным поколением для своих потомков. И сейчас мы хотим показать вам ролик под названием «Привет Приднестровью из Сочи!»